воры в законе. Короли преступного мира. Закрытая, обособленная каста, куда посторонним путь заказан. Их боятся, а легендам о сказочном богатстве завидуют. Неписанное правило, что настоящему вору давать интервью центральному телевидению западло и не по понятиям, хорошо известно каждому журналисту. Поэтому, когда такой авторитетный человек минувшим летом согласился на встречу с нами, это сразу стало русской сенсацией. Дорога сюда известна лишь узкому кругу самых доверенных людей. Его дело на особом контроле в МВД еще с 70-х. За ним охотятся и свои, и чужие. Смерть крестного отца выгодна многим. Его досье пестрит красными пометками. Склонен к побегу, особо опасен. В 86-м он поднял бунт на зоне. В 93-м его чуть не расстреляли. Чтобы узнать его имя, опытному арестанту или оперу, достаточно одного взгляда на его руки. За стенки штрафных изоляторов, сырые одиночки крытых тюрем до сих пор хранят гулкое эхо его шаркающей походки. Откровенно, он еще никогда не рассказывал о своей судьбе, никому не показывал свою семью и уж тем более не открывал тайн воровского сообщества. Вершитель судеб, живая легенда и третейский судья криминального мира. Именно ему посвящен хит шансона всех времен и народов «Владимирский Централ». Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Легендарный вор в законе. Тот самый Александр Северов. Я вор, да. Я вор в законе. Мы провели рядом с ним почти полгода. Вместе ездили в тюрьму на свидание к сыну. Он рассказал нам о воровских традициях и секретном обряде коронации. Я озвучиваю свою позицию воровскую. О том, как наказывают нарушителей кодекса чести. Этих всех выродков прям в землю вбил бы всех. Кто из знаменитостей в авторитете у авторитетов? Кому заказывают музыку короли криминала? И кто на самом деле стоит за звездами шансона? Секрет, группу «Черный кофе», Кобзон приезжал в зону. Самый знаменитый из ныне живущих и самый загадочный хранитель воровских тайн. Хочешь, смотри, хочешь, слушай. Почти 30 лет по лагерям и тюремным камерам. Сегодня он впервые перед телекамерой сам расскажет все. Знаменитый вор в законе Саша Север. Как он стал крестным отцом преступного мира и выжил в самых страшных тюрьмах страны? Как проводил за решетку своих сыновей? Почему пытался свести счеты с жизнью? И как его супруга бьется за свое счастье под страхом смерти? Впервые в истории телевидения «Тайная жизнь вора в законе» от первого лица. Я Ольга Попова. Это «Русские сенсации». Смотрите прямо сейчас. Ресторан «Волга» закрыт на спецобслуживание. В банкетном зале друзья и близкие вора в законе Саши Севера. А вот и он, собственной персоной, в элегантном кремовом костюме. Среди гостей крепкие парни спортивного вида, словно из культового сериала «Бригада». Счастливые лица, дружеские объятия, икона в подарок. Глядя на эти уникальные кадры, даже не верится, что так может выглядеть сходка крестных отцов. Ясность происходящее вносит блондинка в роли Тамады. Оказывается, уважаемые гости поздравляют Александра Валентиновича Северова с круглой датой. Сегодня ему, что называется, стукнул полтинник. А лаверды уважаемым гостям от виновника торжества. Спасибо, что пришли. И значит, вы уважаете меня, я уважаю вас.
На юбилее, кажется, не хватает только одного дорогого его сердцу гостя – Михаила Круга, который по такому случаю, наверное, спел бы свою коронную. В лазурном шумы песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. Это был бы обычный день рождения, как у любого, если бы не гости в черном. Я вас вам звезда! Внимание! Работа спецподразделения МВД. Сейчас все мужчины по моей команде, прошу, я буду подходить, встать, выйти в указанное место и приготовить документы для опознания личности. Проверка документов – неизбежная классика жанра. Без маски шоу у Севера не обходится ни один большой праздник. И он, похоже, относится к этому философски, даже снисходительно. Я хочу сказать всем вам, я извинюсь за них, что они пришли, у них такая работа. Но мы сами сюда ехали, знали, куда ехали и что. Может такое быть, поэтому удивляться тут ничего нечего. Давайте продолжим праздник. И праздник продолжился. А сейчас поздравления от группы Михаила Круга «Плакучий». Встречаем аплодисментами. От всей души поздравляем Александра Валентиновича с его днем рождения. Хотелось бы исполнить песню, которую когда-то Михаил Круг посвятил именно Александру Валентиновичу. Под бессмертные аккорды Владимирского централа прототип и лирический герой песни о чем-то задумался. Шутка ли? 50 лет. И почти 30 из них за колючей проволокой. Владимирский централ, авторитетный юбиляр многое мог бы рассказать собравшимся, но за праздничным столом не будет этого делать. Тверская область, поселок Кушалино. Здесь, за этим бетонным забором, живет один из легендарнейших крестных отцов России. Вор в законе Александр Северов. Попасть за железные ворота можно лишь в исключительных случаях. Нажав кнопку вызова на домофоне, ждем ответа с замиранием сердца. Момент истины. За воротами послышались шаркающие шаги и сухой кашель. Железный занавес между миром обычных людей и тайнами преступного мира отъезжает в сторону. На пороге невысокий жилистый мужчина в желтой футболке. Здравствуйте! Кстати, обратите внимание на эти руки. Похожи на арестантскую энциклопедию. А фейс-контроль мы, кажется, прошли. Уходите. Александр Валентинович Северов, он же Саша Север, он же батя. Все, хватит лаять, ну-ка, хорош. Символично, что на его территорию мы проходим под оглушительный лай собак. Внезапно ловишь себя на странном ощущении, что оказался на зоне. Вокруг бетонный забор, сторожевые псы, по периметру вышки. Я первого вижу человека, у которого вышки стоят. Да? Такого больше нет, я один на такой, других нет. Широко улыбаясь, Александр Валентинович приглашает в сад. Проходи. Мельком замечаем каменных львов у входа в усадьбу. По пути натыкаемся на черных пантер. А вот эту колоссальную скульптуру гарпии ему подарили мастера из-за колючей проволоки. А это фонтан, это голова, с глаз вода льется, с рта льется. В пруду пластмассовые лебеди. Напоминание о соликамской тюрьме «Белый лебедь». Попасть туда – это самое страшное, что может случиться с вором в законе. Наш герой побывал там дважды. Вышки, забор, чтобы все не забывалось. И забор я не меняю. Мне 5 раз предлагали уже его сделать. Ажурный, кованый. Я говорю, не надо. Я отсюда смотрю и вспоминаю сразу, что есть за этим забором еще и лагерь. Можно с той стороны оказаться забора. По ту сторону тюремного забора он провел полжизни. Как говорилось в культовой комедии «Бриллиантовая рука», уж лучше вы к нам. Воровскую жизнь не всех пускают. Ну понятно, что вопрос, для чего пускать. Он внимательно присматривался к нам несколько дней и только потом решил пустить в святая святых в собственный дом. Оп, прихожая у нас тут. В прихожей монитор видеонаблюдения. Здесь комната наша, с Галей комната здесь. Большая двуспальная кровать, японский веер в изголовье и иконы. Они по всему дому, во всех комнатах. Это тоже все с лагерей, все подарили. Подсвечники, иконостас, резное дерево. Иконы, картины, столики – все нарисовано и сделано руками сидельцев. Тоже все вот эти деревянные резные для лагерей присылали ребята. В гостиной камин и зеркальный потолок. Старый вор, говорит, от прежнего хозяина остался. Я этот дом купил, я бы в жизни никогда не построил. Над диваном холст, масло. Портрет Александра Валентиновича в знаменитом образе Дона Корлеоне.
Ну, вот здесь какое-то лицо немножко, какой-то дом Корлеоне какой-то нарисовали, не меня. В комнате для гостей невероятная коллекция шахмат ручной работы. Хрустальные, резные, с инкрустацией. Эти фигуры сделаны из хлебной арестантской пайки. Это оперативник смотрит. На тазе стоит зык. Оперативников смотрит, как бы выглядывает. О, камень? Да. А вор есть? Да, нет. Здесь воры, воры, все воры здесь. Да, с воровскими звездами. А как же, конечно. Без этого никак. А вот особый дар. Знак внимания уважаемому вору. А это флеш-рояль. Масти на долгие годы. А, ну, фарту масти, да, масти имеется в виду, да. Масть в преступном мире – это принадлежность к тому или иному клану, сословию. Представитель высшей масти, хитро улыбнувшись, ведет нас дальше по закоулкам своего дома. А это ваш военный арсенал? Не военный, а подарочный арсенал. Венцом домашней экспозиции служит сувенирное оружие на память от братвы. Это Златоусть, да? Да, тут вот, да. Тут подвесил. Вот Миша кругом вот такую. Да одну, один в один дарил. Сабли, ножи и не только ножи. Это натурально, натурально, как натурально. Вот. Здесь также вот рожок, вот, затвор также взводится, да. Да, один. О, все. Да, он новый, не разработан. Так незаметно разговор зашел о главном. Главное языком владеть, словом надо владеть, а не оружием. Оружием еще не владеть. Дурак на курок нажмет. А вот именно избежать его, такого кровавого конфликта, это другое. Для откровенного разговора о тайнах воровского мира Саша Север приведет нас в беседку недалеко от пруда. Расскажите нам все тайны? Ну, конечно, как же. Нам скрывать нечего. Словно в доказательство, что скрывать нечего, старый законник снимет темные очки и зажмурится от яркого света. Если солнца нет, можно очки снять. А значит, когда яркий свет, плохо вижу, у меня глаза слезятся. Поэтому не могу без черных очков. Кажется, глаза обычного человека. Лишь в глубине зрачков притаилась настороженность волка, готового к прыжку. В этом-то было преимущество, что я их не снимаю. Я с вами разговариваю, а по бокам вижу, кто как стоит, кто как дышит. На всякий случай. В темноте привык, зато ночью, я говорю, вижу вообще исключительно. Артистизм у него в генах. Мама была виртуозной мошенницей. Поэтому говорить с журналистами без темных очков – жест почти по системе Станиславского. Действительно, глаза видели люди. Потому что глазами тоже можно много сказать. Как авторитеты правят преступным миром? И что делают с нарушителями воровского кодекса чести? Как знаменитый Саша Север отдыхает за границей? И где хранит общак тайную кассу криминала? Смотрите прямо сейчас. Там, где вот я, по крайней мере, нахожусь, я за это отвечаю, беспредела не будет. Чтобы было окончательно ясно, кто на самом деле перед нами, Саша Север сходу берет быка за рога. Я как дамоклов меч над любым беспределом. Я во всей России третейский человек. Почему вся Россия знает, а люди со всей России ко мне обращаются со своими проблемами, и я решаю их. Дон Александр отвечает, этот дамоклов меч действует безотказно, как автомат Калашникова. Люди, которых кинули, например, обманули с квартиры, у нас будет так разобрались, вернешь квартиру, понял, 3 дня срок, квартиру вернешь. И он понимает, что если он не вернет, ему квартира больше не понадобится. Для него будет комната на 2 метра ниже уровня земли. То есть решение вора нельзя не выполнить? Конечно, конечно. Эта безжалостная теневая правоохранительная система работает по жестким правилам, которые не может нарушить даже коронованный вор. Нельзя вот категорически, выслушав одну сторону, какие-то решения принимать. Тот, кто обращается к вору, должен понимать, обратной дороги не будет. Выясняешь ситуацию и говоришь, ты вот прав, ты не прав, Вася, то-то-то. Все, это решение окончательное уже. Никто уже не может там опровергнуть или опротестовать. По понятиям, если конфликт разбирал вор, другому законнику обращаться за обжалованием бесполезно. Он за это дело уже не возьмется. Раз они ответ получили, они должны им руководствоваться. Второй раз идти к другому вору, что их не устроил такой ответ.
Это же нельзя. Это правило помогает сохранить мир в так называемой воровской семье, где далеко не каждый преступник найдет понимание. Какие-то ублюдки лазят по квартирам, у бабушек пенсии забирают. Это вот все, медали, ордена. Вот это я смотрю, я вор, да, я вор в законе. Но я это смотрю, у меня сердце вот так рвется. У меня просто разрывается. Я думаю, стоял бы рядом, я этих всех выродков прям в землю вбил бы, всех. Ворую, ты воруй, знай, где даже воруешь. Я уворую такого, который 2 миллиона у него пропадут, он не заметит, он сам не помнит, сколько у него денег. Столько наворовал, столько наоткатывал. Похоже, кумир мальчишек Робин Гуд Вальтера Скотта, окажись в наше время, сказал бы то же самое. Матерей убивают, родители заказывают за каких-то странных квартир. Ну, вообще, ну, просто мир перевернулся. И вот действительно надо с чем бороться, вот с такими проявлениями нелюдскими. Вот. Борется вот с ворами в закон. Глашатый воровских идей, сверкая праведным гневом, продолжит. Не тех ловите. Для них вот вор в законе, погремуха, все. О, мы вора в законе, вот мы вора в законе закрыли. Поймай, вон они воруют, и миллиарды из бюджета тащат. Тащат их кучами, тащат такими кучами, что уже проглотить не могут, проживать, уже давятся, все равно тащат, тащат. Но очарование романтического образа померкнет, стоит только послушать о настоящей войне между ворами и бандитами лихих 90-х, когда человеческой кровью оказались забрызганы все. Все знают меня и знают по 90-м годам, когда действительно война была. Как я стрелял, поскольку клал их и убивали по 11, по 13 человек за день. Было 15 всяких бригад там отмороженных. Сегодняшним днем ни одной нет, ни одного главаря нет. Все на кладбище, все. Личный архив Саши Севера представляет. 2004 год. Египет. В кои-то веки дела позволили выбраться за границу. Александр Валентинович окидывает взглядом витрину с ювелиркой. Так, иди сюда. Красиво, да? А вот заколки золотые, которые ты мне искала. Носитель воровской идеи за рубежом впервые. Это сразу чувствуется. Русским не такая экзотика нужна. Золото, цепи, два пальца. Авторитетного туриста в белоснежном костюме фраер египетский готов принять за босса итальянской мафии. Итальянец? Да, я. Итальянская мафия вообще ерунда. Росмафия крепчает, полиция рыдает. И итальянцам утрем скоро нос, ниже круг. Раньше о красоте заморских стран он мог только мечтать или читать в книгах из тюремной библиотеки. Выхожу, министр иностранных дел, там ты шо? А эту картину хоть сейчас на холст. Мятежный дух лагерников в полной гармонии с вольным морским ветром странствий. Там, за горизонтом, далекая родина, где ему не нужен загранпаспорт, да и просто паспорт. Главное удостоверение личности всегда при нем. Легендарные воровские звезды у Севера на лодыжках, коленях и ключицах. А я смотрю, звезды не только на коленях, но и... Да, видите, и там, и здесь, и тут, здесь снова. Под рубашкой не видны купола, их ровно 29, по счету лет за решеткой. Столько же на запястье левой руки маленьких черных крестиков. А крестики это тоже? Это год, это все, каждый крестик один год. Мало кто знает, пронзительный хит Михаила Круга «Кольщик» написан по мотивам татуировок Александра Валентиновича. На колени упала. Наколка не только особая примета человека в розыске. По татуировкам на зонах читают людские судьбы. Это своеобразный паспорт арестанта. Что видно, есть вот это вот кот с мешком идет. Кошка это наколка воровская. Кот домушник. Квартиру обокрал, то сразу видно, ты домушник. Старый законник, указывая перебинтованной кистью по исколотой руке, словно ведет нас по своему прошлому. Вот это наколка. Смерть, череп, мишень, она в руках шприцы кидает. И это расшифровывается. Избавление только после смерти. Эти пальцы, постоянно перетасовывающие карты, красноречиво говорят. Не умеешь играть, не садись. Тем более на деньги или интерес. Золотой принцип есть в лагерях всегда. Это не играй того, чего у тебя в кармане нет или рядом с тобой не лежит. Если играешь на подо что-то, завтра там ко мне жена зайдет на свиданку, а ты не знаешь, что вас за игру сейчас через час хлопнут, посадят тебя в изолятор,
И ты никакую свиданку не пойдешь, и не рассчитаешься, и у тебя на всю жизнь будет пятно, фуфломет. Это самая низшая иерархия в преступной жизни. Проигравший рассчитывается по карточным долгам, даже если его переводят на другую зону или выпускают на волю. Его найдут везде, и долг придется отдать. Карты – это привычка? Карты я вообще тусую всегда. У меня могло быть в одиночке вообще вещей не быть, но карты были всегда. Кажется, засаленная колода карт – это уже часть натуры Саши Севера. Колоду я на вес чувствую, что везде я жил только за счет карт. В лагерях и на свободе. Это трудно понять, еще труднее представить. Удачливый картежник за решеткой мог выиграть целое состояние. В Музома ко мне заезжали там люди на Мерседесах, это 86-й год. Полный багажник там всего завозили. Денег видел, сколько у меня там. У меня только в то время в зоне денег было 20 тысяч. Только выиграл. А перстни – это атрибут вора? Да нет, тут разные просто. Вот этот вот вся юность за решеткой прошла. Вот этот перстень – это отрицалово. Бубновый туз тоже знак отрицания власти, но при этом он выдает в своем владельце профессионального игрока. На жаргоне сидельцев – виртуозного каталу. Вот это карточные масти, все кристи, пики, черви, буби. То есть картежник. Картежник, да, картежник. И плюс карты, когда играешь, я, допустим, одним пальцем пошевелил, вот так. А мой партнер знает, что это вот буби. Он знает, что надо в буби, например, выходить. Вот эти два пальца лежат так на моих картах. То есть заходи или в пике, или в черви. Сигнал не партнера. Да. Рысь на горле – вызывающий символ неподчинения лагерным и тюремным властям. Прикрывает удаленный кадык, последствия рака гортани и операции. Вспоминая те теперь уже далекие времена, джентльмен удачи вздохнет с ностальгией. Вот этот наколка с розой – это тоже на малолетке. Самые первые арестантские татуировки Саша Север набил в далеком 72-м. По малолетке. Вот такая. Вот это было 1959 год. У меня цифрами было. Вот, тут тоже вот чайка всякая. Ну, такие вот. Почти как в песне Высоцкого. Первый срок отбывал он в утробе. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Кажется, эта судьба была ему на роду написана. У меня сама семья вся городская. У меня мать 44 отсидела, отец 27, сестра 22, я 29. Эти немыслимые сроки, или как там говорится, срока, провернули жизнь Саши Севера, словно через мясорубку. Пока пацаны с соседнего двора играли, да какая разница, во что они играли. Маленький Саша ехал со своей мамой на криминальную гастроль. Я родился в Казахстане. У меня там мать была срок в лагере. Там меня родила. Ее уважали, ее знали. Мама Александра Валентиновича была известной личностью в узких кругах. Работала в силу преступной специальности под разными легендами и именами. 7 паспортов было и 7 трудовых книжек у матери. На разные фамилии. По понятным причинам сниматься на фото и видеокамеру она не любила. В сезонном розыске висела годами. В семейном архиве она останется лишь на двух фотографиях. Мать у меня 44 года сидела в лагерях. В общей сложности у нее 11 судимостей, и все 11 судимостей у нее за мошенничество. Именно мать показала ему дорожку в преступный мир. В совсем еще юном возрасте он вместе с мамой ходил на дело. С этого, можно сказать, криминальный путь у меня уже пошел. Каждый вор поступает так, как считает для себя сам правильным. В данной ситуации за это решение он несет ответственность перед нами. Впервые на телевидении. Коронация вора в законе. Подробности тайного обряда посвящения. Где хранит общак Саша Север. И кто заказал его ликвидацию. Смотрите прямо сейчас. Самое время задать вопрос о коронации. Тайном обряде посвящения. Воровское звание. Страшно, что вас коронуют? А? Да какой коронуют? Да? Глупости, чистой воды глупость. Какие коронации? Что, цари здесь, что ли? Нет? Просто человека принимает семью и все. Человека достойно. К достойному человеку законники присматриваются годами и даже десятилетиями. Жизнь себя выдвигает, люди выдвигают. А не то, что взяли, назначили. Взять и назначить невозможно. Нужна безупречная криминальная биография, репутация правильного арестанта, лидерские качества и авторитет среди авторитетов. Тут надо, чтобы была полная сходка, нормальная.
Вот. Раньше было, можно было 3 человека. Решили все, что было 10-15 минимум человек. Кворум увеличили в конце 90-х, чтобы отсечь тех, кто пытался войти в элиту преступного мира, используя родственные связи или большие деньги. Допустим, образно говорю, 3 вора собрались, решили Колю сделать вором. Объявить его вором. Он нам дал по 1 000 000 000, образно говоря. А сам воровском он не бум-бум. В нем нет ничего воровского. Он не умеет ни трезво мыслить, ни аналитически ситуацию разобрать. Не понимает вообще вещей, которые должен вор понимать. Поэтому я твердо говорю, что человек у нас не может купить имя никак. Сам обряд, то, что мы зовем коронацией, у них называется «решить вопрос». Я Владимир вопрос решил. Здравствуйте. Некоторые детали ритуала засекречены для всех, кроме самих участников. Во-первых, вопросы зададут такие, зачем тебе это надо, что это вообще, зачем тебе это надо. За свою жизнь все расскажет, как он, где он просидел, как, чего. Вот почему я говорю, весь жизненный путь его будет видеть. Статус вора нужно постоянно подтверждать своими поступками. Суть-то в том, что это не дается пожизненно. Что ты пожизненно вор в законе. А завтра сделал ты поступок не воровской. Я приду к нему и скажу, слышь, ну-ка объясни-ка, что это вот такое. Или там мы, воры, придем несколько человек, что это такое-то, а? Раз. Позвали тех, кто его вопрос решал, что в нем воровское увидели. Вот это что такое, это разве воровское? Все, и тормознули его. Тормознуть в переводе с воровского жаргона означает лишить статуса законника. Вор должен за свое слово отвечать, причем отвечает очень жестко своим именем, а может даже и жизнью, если он, потому что он решает судьбы людей. О воровском кодексе чести спето невероятное количество песен в жанре шансон. Но что это на самом деле, знают только они. У нас нет такого кодекса никакого, как бы того не было, что вот какая-то книга, а здесь вот это, вот здесь это и это. Вот, можно и нельзя, у нас этого нет. Книги нет, а правила нерушимы. Неписанные законы передаются из поколения в поколение, впитываются сидельцами вместе с тюремным воздухом. Не служить в армии не может, не должен, и работать не должен, естественно. Одна из негласных заповедей – вор не должен купаться в роскоши. За это могут спросить. Я говорю, я никогда не буду рисковать необходимым ради излишеств. Вот есть у меня необходимое, мне лично ничего не надо. Интересно, что в поместье Александра Валентиновича нет обслуги и охраны. Совершил преступление, доказательства есть, посадите, сяду, буду сидеть. Зачем я побегу из дома куда-то? Везде, все, все свои бега, буду по улицам бегать, по городам прятаться, озираться. От погони нет ли за мной, как заяц? Бегают и прячутся зайцы. А я всю жизнь был волком, от меня все прятались. Он действительно ни от кого не прячется. Одного взгляда на черный Мерседес достаточно, чтобы понять, чья это машина. Знаменитая тюремная формула «Не верь, не бойся, не проси» – это про Александра Валентиновича. Хотя опасаться есть чего. Поступила Валентиновича информация, что тебя заказали. Я готов к этому. Что меня застрелят или стрельнут. Заказать ликвидацию вора в законе могут, что называется, и свои, и чужие. А главной целью может стать тайная воровская касса. Как они говорят, общак. Каждая, я говорю, область, в каждом месте есть воры, у каждого свой общак. Свой общак есть и у Саши Севера. Деньги – тема очень деликатная. Тем более, если они принадлежат воровскому сообществу. Поэтому то, что произошло дальше, иначе как сенсации, не назовешь. Покажите? Да, конечно. Целый чемодан денег. Сразу после короткой рекламы. Как вор в законе справлял свою свадьбу за колючей проволокой. Из-за кого Саша Север решился свести счеты с жизнью. Почему за любовь к супруге он получил 6 лет. И как не уберег от тюрьмы своих сыновей. Смотрите сразу после короткой рекламы. Индийский океан, остров Гоа, пятизвездочный отель Holiday Inn. Теплый песок, пальмы. Вор в законе Саши Север за кадром. Следует в фарватере элегантной дамы в бирюзовом.
Настроение романтическое, даже петь хочется. Под залог дверей не крал, я ж не с***я, чтобы жить по беспределу. А вот она же уже за столиком с авторитетным отдыхающим. А это уже пляж. Выход богини Афродиты из пены морской. На фоне волн. О, yes. Таким домашним и трогательным Сашу Севера видела, пожалуй, только она. Мы единое целое с ней. Мы друг для друга поддержка. Я всегда говорил, тот образ жизни, который я вел в лагерях, такая женщина – это просто находка, такую не найдешь. Галина – любимая женщина и боевая подруга вора в законе. Я еще старалась то, чтобы дети не чувствовали, что у них отца нету. Ну, практически они выросли без отца. Приходилось самой крутиться. Она была с ним и в горе, и в радости, и даже смерти не позволила разлучить их. Жить не хотел, я вам честно говорю. Чемодан, вокзал, зона. Вслед за любимым Галина исколесила почти всю страну и своими глазами увидела самые страшные тюрьмы России. Я много проехала за Сашей по стране. Три десятка лет за колючей проволокой практически угробили здоровье Саши Севера. Надо четвертую сделать операцию окончательно, чтобы все уже было. И ни одна больница не берет, потому что он говорит, мы его с наркоза просто не вытащим. Одна болезнь сменялась другой, силы были на исходе. После инсульта, вот даже скажу, у меня вся левая сторона была парализована. Да, у меня лицо перекошено. Он гасил неимоверную боль запрещенными препаратами. Я говорю, я 8 лет кололся, вообще 8 лет никто не думал, что я колюсь. Я сейчас вспоминаю это как кошмарный сон. Это все пройти надо было. А она день и ночь дежурила возле его больничной койки. У него наступает там еще клиническая смерть. И молила Бога об одном – только бы он жил. Он выжил благодаря своему сердцу. Свое сердце она отдала вору в законе в далеком 87-м. Ему 28 и уже 6 судимостей за спиной. Ей 21. Скромная девушка из простой семьи. Была приятельница. А у нее молодой человек сидел у нас на Васькином мхе. И как раз в выходной делать нечего было. Она ей говорит, за компанию не съездишь. Длинноногую интересную девушку с красивыми глазами он не мог не приметить. Я говорю, о, давай, друг, я говорю, слушай, напиши-ка своей, спроси у нее, пусть даст адресок, я ей напишу. Она два письма так написал, в общем-то, кто я, что я, чего там, ни родных, ни знакомых. Вот я вот такой бедный, несчастный, ко мне никто не ездит. Я думаю, ну ладно, что не съездить. К первому свиданию авторитетный кавалер подготовился конкретно и основательно. У него шарф был одет, а вот отсюда ушки, ну, наколка торчат. Ну, я понимаю, что уши. А руки без перчатки. Я так, господи, синие руки. Я говорю, не хватает тебе нормальных пацанов, тебе надо было сюда вляпаться. Первое мое впечатление, ножки мои, ножки, несите меня отсюда побыстрее. Но стоило ему заговорить, и она, кажется, влюбилась. А Саша еще, я вот никогда с семьей не жил. Я хочу семью, я хочу своих детей. И, как всегда, все туда попадают ни за что. Понравилась мне как женщина. И именно мышление такое очень хорошее для женщины. Крестный отец сделал ей предложение, от которого она могла отказаться. Давай, мол, мы с тобой распишемся фиктивно. Ты будешь ко мне ездить на свидание, то-то, то-то, я тебе буду деньгами помогать. И она приезжает домой, и мне пишут, что, мол, все подумала, обдумала. Вот. Меня не устраивает, говорит, этот фиктивный брак. И вот на этом мы порешили, что брак у нас официальный. А вскоре дело дошло и до свадьбы. Хотя вся моя родня была в ужасе. Невеста в джинсах и кожаной куртке, жених в арестантской робе. Их свадьба не пела и не плясала. Но для этой свадьбы было мало и тюрьмы. Ползоны прибежало офицеров посмотреть, какая сумасшедшая решила выйти замуж за Северова. Молодой супруге вор в законе сразу поставил железные условия. Ты уже не с кем попало там живешь, потому что ты будешь мое лицо там в городе. Здесь меня знает таким, а с которым там шалава какая-то шляется там по кабакам. И предупредил, на воле он может оказаться не скоро. Слезы и упреки по этому поводу отставить. Я так прямо сказал, я говорю, и у меня, я могу 25 лет сидеть в одиночке, в трусах и в майке, но ты у меня будешь ходить лучше всех в Твери. Вы знаете, а я с ним почувствовала себя женщиной.
Он выйдет из тюрьмы через 1,5 года, а на свободе вора в законе ждали плохие новости. Пока Север сидел в казенном доме, его сын попал в детский дом. Галина боролась за сына своего Саши, как за родного. Зимка была очень трудная. Мы его забрали, у нас ни документов не было, ничего не было. Нам надо было его устроить и в школу. И, кажется, наконец обрела свое женское счастье, но вскоре случится страшное. Когда Галину оскорбит незнакомец, вспыльчивый Саша Север молчать не станет. Из-за меня же Саша тогда сидел. Чувство вины у меня было перед ним. Когда вот мы ехали на машине, я за рулем, меня оскорбили, и вот там Саша догнал. Уложил его сразу на пол, на асфальт. Всю голову раздолбил, ему говорю, вот ползи теперь, спроси прощения. Его отправят по этапу в Соликамск. Второй раз в печально известную колонию «Белый лебедь». То, что я поступил, так я считаю достойным и как мужчина, и по отношению к своей женщине не дам никому ее оскорблять. А она на всю жизнь запомнит эту страшную расплату за любовь. Когда ему дали вот за меня 6 лет этих, я говорю, я рвалась. Я старалась ему помочь, как только могла. Едешь? Ну промолчи. Хамов очень много. Я тоже ав-ав-ав умею. Вот и накавкала тогда себе проблемы, все трудности, которые надо было переступать. В общей сложности она ждала его долгие 15 лет. Воспитывала детей, отправляла ему передачи. Были некоторые моменты, я ж, как говорится, по лезвию ножа проходила, чтобы срок не заработать себе. Встречала возле тюремных ворот после освобождения и снова провожала в зал суда. Он поехал сегодня там или завтра в Москву, я не знаю, вернется он или нет оттуда. А он писал ей трогательно нежные письма. Для меня лучшей женщины по моей жизни не надо. Она все понимает, все видит. Эти кадры семейной хроники на вес серебра. Красивая, умная женщина и элегантный, решительный мужчина. Они вместе уже 25 лет. Александр и Галина, ну, ваша любовь зарождалась неволе. Галь, ну ты молодец, что прошла все. Все, что могла вместе с Александром. Вот, так что у вас все в порядке. На серебряной свадьбе больше тостов за Галину, за ее женский подвиг. Еще больше музыкальных посвящений. Стихи своей супруги Александр Валентинович писал, сидя за решеткой. Теперь их поют со сцены. Галина, и вот такая замечательная песенка у нас получилась, свежая только-только из студии. Слова Александра Валентиновича. Музыка. Между первой и второй перерывчик небольшой. Для настоящей женщины настоящие хиты. Валерий Юг поет песню эту «Тверещанка», которую я тоже посвящал своей супруге. Тверещанка, тверещанка, твоя далекая мечта. Ради своей любимой Галины Саша Север готов, кажется, на все. Она подарила ему главную любовь в жизни и не дала умереть, когда силы были на исходе. Но была в жизни вора в законе и другая женщина, которой он тоже обязан своей жизнью, и за чьи грехи он расплатился своей судьбой. На поклон к матери Саша Север приедет вместе с родной сестрой. Так, мамка наша, да? Царство небесное. Как хотела в Ярославль, рядом с родителями. Поклонившись могиле матери, постаревшие дети отправятся в храм поставить свечку за упокой. Слишком бурной и криминальной была жизнь их мамы. Я говорю, даже сами говорю, не хочешь себе пожить нормально? Она говорит, а я не смогу, я уже без этого не смогу. Болеть. Я говорю, болею. Она говорит, я прям болею. Я говорю, ну, что тогда, что об этом говорить? А потом и сам заболел. Вместе с молоком матери ему пришлось питать тяготы тюремной жизни. На всю семью Саши Севера приходится 108 лет в неволе. За решеткой у него побывали почти все близкие родственники. Я очень многое в жизни прошел, никому этого не советую. Он никому не советовал и не желал такой доли, тем более своим близким. Но жизнь не пощадила вора в законе. 2 сына у меня уже получили по 2 судимости. Старшему сыну Дмитрию до свободы осталось 1/2. У младшего Алексея тюремный путь только начался. Я понимаю, что сын сидит из-за меня.
Вор в законе уверен, его фамилия стала черной меткой для сыновей. Вот как Кашинская тюрьма, где находится наш сын, за который говорил младший, который за аварию получил 6 лет. Вот сюда каждую неделю ездим. 3 десятка лет Саша получал передачки. Теперь сам возит продукты сыну. Я весь больной после тоже этих аварий. У него все ноги переломаны, ребра, голова расколота. Вот лекарства сейчас привезли, все. Уважаемый вор в законе, третейский судья по всей России. Кажется, ему уже некого и нечего бояться. Но здесь, у стен тюрьмы, так близко к родным детям, его сердце дрогнет, и он не сможет сдержать эмоций. Сразу после короткой рекламы тайный видеодневник вора в законе и разгадка смерти Михаила Круга. Кто стоял за убийством короля шансона и почему Саша Север не уважает Стаса Михайлова. Откровение леденящей кровь. Смотрите сразу после короткой рекламы. Внимание! Говорит и показывает вор в законе. Ну вот если взять, начать, к примеру, разговор. Это видео Саша Север снимал для себя и никогда его не пересматривал. Слишком личное. Где именно велась съемка, догадаться нетрудно. Свой видеодневник Александр Валентинович вел в подвале собственного дома. Элементарная вещь, которая для человека не должна быть приемлемой. Лесть, вранье, лизоблюдство, подхалимство, лицемерие. Он записывал все, что так долго его тревожило. Самые сокровенные мысли. Так вот, в лагере они в полной мере проявляются. И лагерь – это как хорошая такая жизненная школа. Не советую, конечно, никому туда попадать. Это видеодневник словно завещание. Вор в законе Саша Север записал его на случай собственной смерти. Кажется, чувствуя, что каждый день может стать последним. И его может не стать, как в один роковой миг не стало его самого близкого друга Михаила Круга. Я не верил, какой человек мог поднять ствол и стрелять в Мишу. С начинающим шансонье Кругом Сашу Севера познакомила супруга Галина. И с Мишей мы во Владимир поехали. Тогда, да, на Владимирский централ. Разговорились так вот. Проще. Я уже посмотрел человека, но мыслит хорошо, правильно. Тогда вор в законе решил, этому человеку он может доверить свои стихи. Так они стали друзьями до самой смерти. Письма присылала, и уже стихи для Миши. Мол, отвези. И вот, так, наверное, шансон у меня и начался в моей жизни. Михаил Круг начнет не только петь рифмы своего друга, но и посвящать ему песни собственного сочинения. Самую известную из них с первой ноты угадает каждый житель 1/6 части света. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Он ее первый раз спел в 98 году, когда я освободился. Здесь в Матоне меня встречали. В этой беседке они не раз говорили по душам с Михаилом. Здесь же каждый год Север собирает своих друзей на вечер памяти друга. Помянем его. Кто-то не чокает, что я буду, когда пьют, когда тех, кто от нас ушел. Но мы чокаемся, потому что я был. И он нас, да, для нас он живой всегда был. Маленький поселок под Тверью к таким концертам давно привык. Ради встречи с легендарным вором в законе звезды шансона готовы поменять все свои планы. Александр Белолебединский. Александр Белолебединский. Под таким творческим псевдонимом вор в законе Саша Север известен в мире шансона. На его стихи пишут музыку, ему посвящают целые альбомы. Даже его татуировки хорошо известны каждому ценителю песен Михаила Круга. Про которую Миша пел, вот у меня, видишь, розу заколючей ржавой проволокой, вот этого. 1 июля 2002 года короля русского шансона расстреляют в собственном доме. Громкое, таинственное убийство всколыхнет всю Россию. Все это время Александр Северов распутывал клубок таинственной смерти друга. И у него свой ответ на вопрос. Кто на самом деле убил короля шансона Михаила Круга? Я очень его уважал. И для меня было дело моей чести в этой каше во все разобраться.
сразу после короткой рекламы. Кто сделал Сашу Севера крестным отцом преступного мира? Как он выжил в самых страшных тюрьмах страны? За что вор в законе не уважает Стаса Михайлова? И кто стоит за звездами шансона? Смотрите сразу после короткой рекламы. За непроницаемыми черными очками вор в законе Саша Север много лет прятал свой взгляд на жизнь. Почему я не хотелось не жить ничего, потому что уже все настолько, смотришь, все так перевернулось, вообще ничего святого, ничего порядочного. С годами он все чаще стал задумываться над тем, что воля порой может быть хуже неволи. Многие желали, конечно, чтобы я уже не выпался. За свои слова он готов ответить. И как гражданин Северов Александр Валентинович... Моральные ценности засунули далеко-далеко в задницу. И у всех там престиж, деньги, машина, дача круче, там это, то, все. Поговорить с людьми не с кем. И как вор в законе Саша Север. Самая для меня большая боль, это то, что вот умру я сейчас, если не дай бог, что случится. Я не могу назвать ни одного человека в России из молодых, кем бы я мог гордиться. Вот наша студия. Супер! Пугачева просила даже сюда, мы отказали. Музыкальная студия в Твери помнит многих звезд нашей эстрады. Но для Саши Севера путеводной звездой всегда был один певец. Огромную программу готовим в этом году к памяти Миши Круга. Десятилетие. Хранить память о Михаиле Круге для джентльмена удачи – дело чести. Он лично отбирает тех шансонье, кому доверить спеть песни своего друга Миши. У нас певцы есть, и пивуны. Все там отрегулируют, все, голос. У тебя будет аппаратура и вычистят, будешь соловьем. Вот. И на сцену выйти, и под фанеру спеть. Хотя сам Север прекрасно понимает, что заменить Круга не сможет никто. Даже у самых востребованных звезд шансона нет никаких шансов. Надо такого вот сладкоголосого, как Стас Михайлов, признать народный артист России. А кто он вообще? Что он сделал для народа, для России? Вон там Пугачева, Ротару, они 20-летиями, 30-летиями звучали. Об огромных возможностях и большом богатстве воров в законе слагают легенды. Целый чемодан денег. Вот он, да. Да, есть. Фальшивые. Чемодан с долларами оказался просто шуткой. Конечно, Александр Валентинович прекрасно знает, где и как хранится воровской общак. Но эту тайну он нам никогда не откроет. Поэтому никто нигде не держит никакие сундуки, никаких банковских счетов за границей. Саша Север – легендарный вор в законе. Ему уже за 50. За плечами почти 30 лет тюрем и лагерей. Но он не спешит списывать себя со счетов. До самой последней минуты он, кажется, будет чтить воровской кодекс, жить по понятиям и помнить главное. Думаю, что неважно, кто человек, кем является, как его называют, вор ли, прокурор ли, судья или просто там колхозник. Самое главное быть человеком и жить по совести.